Еще раз, если у меня будет баговаться, я буду ливать карты, чтобы игры. Все таски выполнялись. Окей? Okay? Я буду ливать, чтобы все таски выполнялись. Что меня не выполняли. Засчитывай. Все, базара ноль. ЧБ. Иксайл. Угу. Так. Да. Значит, четверо игроков стояло на лисях, труп сам был в каюте капитана, правое самое, я под метеоритами. Что не поняла, я, короче, делаю один О2 реактор, горит второй, все стоят, никто не бежит на второй. Я побежала на второй. Я увидел, что вы делаете реактор, я побежал на второй. Кто меня видел на низу, блядь, когда я чинил реактор? Я тебя видела, я заходила. Мне больше нечего говорить. Кто-то вправо убежал и убил. Я видел, как один человек пробегал, но я не могу пока вспомнить цвет. Подожди, а где убили еще раз? Навигатор, самое правое. Да. Кстати, решают, что засчитать катку. Спасибо, блядь! Спасибо, блядь! Я была единственная слева. Когда бежала, выражение был Гвин, еще кто-то, кофе. Я стрелял метеорит, стоял, поэтому когда заработал реактор, я дальше дострелил метеорит, мне похуй. Просто давайте поиграем по два и все. У нас один килл, как мага говорит. Согласен. Соглы. Гвин, давай со мной поиграй. Я соло. Нет, Гвин, со мной побегай. Нет, я тебе не буду к тебе вообще километры подходить. Вадим, зачем? Почему? Да нет, Гвин, на самом деле Гвин, да вот не, я просто уже шуток. Пришла тема, которую сегодня обсуждали. Гвин, чисто без рофлов, я против кого-то не играю никогда. Гвин, я играю чисто обычно. Гвин поймет. Ребят, я сейчас вспомню, кто пробегал, скажу вам, кто первый. Не, ну Гвин, без рофлов, реально. То есть я тебя специально не топил. Какой-то. Подожди, Вадь, уже прям? Да, да, уже все. Что, правовы, типа? Ну да, опять забанили. Понял. А как? А теперь Илюха со мной будет бегать постоянно. Блядь. Да не, ну это типа, чуваки, это уже, ну это что-то не просто так, типа. Я хз, ну раньше же тоже были правила. Раньше тоже были правила и... Ну, типа... Не знаю, короче. Не знаю, просто это расстраивает. Это не только типа проблема Вовы там 89-го сквада. Это типа общая тема, что ну, типа все под угрозой, типа постоянно. Постоянно страшно, типа, ну. Можно было вишню сейчас убить и зарепортить. Вправо никто не забежал. А, сказать, что типа бежали, я забежал вправо, и там был труп. Стоп, эта полоска показывает неправильно, да, или что? Я не понимаю просто. О, я как-то не знаю, я, блин... Как-то так расстраиваюсь всегда. Не могу об этом не думать.
Кто со мной, трейдер? Сейчас я убью. Мне нужно, чтобы кто-то забежал куда-то. Вот сейчас, например, Илюха видел, что я побежал за следователем. Понимаешь? Не умею я правильно играть за трейдера, типа, чтобы прям такие правильные действия делать. Охуярить как попало, это тоже такое. Мне нужно побежать сделать одно задание, типа, что у меня все выполнено в реакторе. Я вот не представляю, сколько здесь ждать, кстати. Вот на вот этом задании. Пик. Пик. Пик, пик. Пик, пик. Пик, пик, пик. Пик, пик, пик. Пик, 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 пик. Пик, 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 пик. Пик, 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 пик. Пик, 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 пик. Похоже. Похоже на правду. Злой, блядь, злой прикольно играет. Он просто АФК стоит. Ну что ж. Это изи победа, типа, у нас задание осталось. Смотри. Ну, я тебе сразу вычислю парочку подозрительных типов. Это следак и ЧБ. Я вам так говорю. Это не злой, ну вот опять, ну аргумент какой-то можно хотя бы раз в мою сторону. Я всю игру бегал вместе, я Ирину постоянно видел. Злой, а что ты делал? Ты только на камерах сидел? Только на камерах сидел. Это точно не ЧБ, потому что он меня бы 10 раз бы зарядил. Я последнее выполнил. Ребят, значит, один... Юечку не видно вообще всю игру. Злой. Один трейд точно Юечка. Я и Вадим будем бегать с тобой, выполняя задание. Мы за тобой бегаем. Следак, почему Юечка? Смотри, очень просто. Во-первых, я полкатки с ней бегал вместе, она постоянно пыталась от меня просто свалить. Во-вторых, потому что я видел, что ты на камерах всю катку простоял, а остальные ребята все в тиме бегали. Если ты мир... Если ты мир, зачем тебе пытаться свалить? Я потом 2 или 3 раза карту всю оббежал. Где ты была, Юечка? Хорошо. А где ты была, Юечка? А что тебе бояться? Я мирный. Я бы тебя убил, если бы я был не мирный. ЧБ красный железобетон. Но я пришел в электричество, лежит труп, зарепортил. Стоп. Электричество. У кого задания выполнены все? У меня все. У меня все. Смотрите, мы с Авилоном бегаем со злым. У кого еще не выполнены 2 задания? Еще тройку, типа, найдите. Надо, чтобы 3 было. Я со следаком. Я готов с ЧБ бегать, ЧБ для меня. Арина, у тебя выполнены все задания? Давай, Гвин, давай с тобой. Окей. Ну давай тогда вот злой. Мы с Гвином бегаем. Злой, я, Аринян и Вилон бегаем четвером. За мной бегайте. Хорошо. Следак, го с нами с ЧБ. И остальная четверка бегает отдельно. Нам задание выполнить, следак, мы выиграли. Следак, ЧБ, я го. Блять, я надеюсь, никто не голосовал. Это было бы вообще пиздец сейчас. Никто не проголосовал. Короче, я сейчас надеюсь, Арина с нами не побежит. Я хочу убить Иксайла и сказать, что это сделал злой. А, злой на камерах все время сидел. Злой все время сидел на камерах. Все, мать его, время. Все время. А, ну с нами Арина бегает. Ну мне же нужно сейчас эту хуйню буду включать. И буду хуярить. Эвелон, да не, злой, типа. Злой, но это Эвелон уже это уже слишком. Все время бегал с Иксайлом. Давай размен, хорошо. Только с тебя. Нет, начнем с тебя, потому что ты убил чела. Ты убил чела и начал бежать вниз. Пацаны, решайте сами. Смотрите, мы бегали вчетвером. Размен в кого?
со мной. Эвелона, Эвелона первым. Exile, злой Эвелон, я вчетвером бегали. Ну, мне да, да. Не может быть. Я бегал с Exile, я бегал с Exile. Арина, я бегал Арина, с Exile все время. Арина, кого ты кидаешь? Арина, кого ты кидаешь? Я за Эвелона, но потом по-любому надо кикать. Окей, давай, 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 окей, 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 окей. Без проблем. Сразу скажу, типа, что был я, ЧБС и Дак, тройка, к нам прибежала потом Юечка. Добежала. О, да, дядь, куда ты там летишь, блядь, самая рекорд. Окей, злой, next, злой, нажми кнопку брат... сам, чтобы не тратили. Злой, без проблем, кнопку, чтобы не тратили. Без проблем, давай, без давай, проблем, давай, без окей. Проблем, пацаны, давайте, только, блядь, постойте возле меня на все. Свет. А вдруг она сможет выиграть? Да я, блядь, что-то какой-то потерянный, нахуй. Без проблем и убежал. Надо было, чтобы злой, зря потратил ведь. Я бежал свет включать, потому так, что... Так, убили, да, успели убить, что ли, или нет, мне показалось? Нет, мы кикнули, мы кикнули. Ребята, я бы в данной ситуации не стал все-таки злого сливать. Не, у нас, но... у нас в любом случае один из них это уходит трейтер, железобетон, либо злой, который, типа, ну, который, скорее всего, может быть зарезал. Ну, так, мне кажется, вадик. Здесь надо на уверенность просто кикнуть, чтобы 100% стал трейтер. Давайте, но... У нас я злому тоже останется. Злому я верю. Просто, я типа, 99% в игре. Я злому не верю, но, типа, в любом случае, в размен он уходит за Эвелоном. Типа, давай, я давай, злому давай, верю, давай. Но размен 100%. У меня Эвелон ушел красным. Но я сам приверженник размена. Эвелон не красный, ты мне ёбнул. Ну, блядь, дядь, ты тоже при мне ёбнул, и в итоге убрали не того, блядь. Потому понимаешь? Что ты играешь не очень. Опа. Да, блядь, расскажешь, нахуй, слушай, блядь. Все, пошли Седак, ЧБ, пошли тройкой. Бля, а уже ничего не сделать, да? Ёбни следака вот. Ну тут все, тут пизда. Это я думаю, все видели. Я думаю, это все видели, да? Это специально было или нет? Это я думаю, все видели. Скажите, что это Юечка, я был прав всю игру. Это Юечка, да, я красава, я молодец, спасибо мне. Юечка, ты специально сделали случайно? Юечка. И выпрыгнула оттуда. Слушай, дайте Юечке сказать, может, она как-то оправдается? А как оправдается? Юечка, это точно, может, не ты все-таки? Блять, а я думаю, нахуй, Вадя говорит, у меня все задания выполнены. Я думаю, блять, а как нахуй? Я потом, блядь, начал задумываться, а как он выполнил все задания, если только я выполнял, он забыл. Не, Илья, он когда сказал, что выполнил все задания, у меня тоже были все задания готовы. Так что, типа, это возможно. Не, просто мы с Авилоном всю игру бегали. И типа я выполнял задание, а он бегал. Не всю игру. Вначале мы не бегали с тобой. Ну, типа, вот второй раунд. Вначале Вадя меня убил. Юшка, ты мискрикнула по саботажу, что ли? Нет, я просто шла и такая раз, и почему-то залезаю в люк. Я даже не поняла, как это произошло. Блять, прикол. Чтобы понимали, я практически успел кикнуть кого-то. Когда я видел, что вы никто не голосуете, я хотел кого-то кикнуть, но просто не успел. Бля, это было бы охуенно. Не, ну мы бы тебя кикнули, нахуй, типа. А вы бы не увидели, в смысле? Не-не-не, так